братцы, он и кричит: «Войди, не робей!» Спасибо. Вот так здорово, потому что не только вы нас видите, а мы вас тоже видим. А песню петь, конечно, нужно друг на друга смотреть, друг друга чувствовать. А можно сзади перебраться в период, сеть плотнее, то есть поближе, чтобы все было слышно, как видно. Пожароже получится. Да, пожароже. Сегодня у нас с вами вечер воинской и исторической песни. В принципе, большая часть, наверное, казачьих песен, они воинские. Либо они о каких-то сражениях, либо они о жизни вообще казака, потому как казак человек военный, поэтому, собственно говоря, и все песни такие. Но начнем мы, так скажем, с доисторической еще песни, с былины о Добрыне Никитиче. Потому что это слово «богатыри», оно, наверное, со времен Суворова означает наших воинов. И вот наш добрый, Ты,
протяженные, они все, все больше форматов 3 минуты, которые обычно используются везде сейчас. Поэтому вы будьте готовы. Если кто-то заснет, это нормально, это хорошо, значит, все прошло как надо, внутрь. Мы будем петь почти полные тексты, а если уж больно будет затягиваться, ну, слова расскажем. Хорошо. Так, у нас дальше, значит, сейчас мы поем пару терских песен, еще не «Туманушки». Вроде там долго-долго так. Ну, короче, это тоже воинская песня. Еще не туманушки. Выводил детей он их
На веточках рассадил, по веточкам рассажал, да. А рассадивши по веточкам, на волю их выпускал. В горошках кровелушка стелится, плетется. У нас с тобой любезная, любой не уймется. У нас с тобой любезная, любой не уймется. Престол милый, поклон верный коня вороного. Престол милый, поклон верный коня вороного. Коня, коня вороного, сиди. Сейчас 18. Вот. Идут люди на службу и провожают их все. Как жалко, что сейчас редко так бывает. Раньше любой уход в армию, это обязательно были проводы. Обязательно собирается народ, кормушка там, не знаю, и в городе, и в деревне. Сейчас мы видели совсем недавно проводы. Да? Тоже были проводы. Когда уже я совсем уже взрослый мужчина. Но песня наша следующая. «За горами нас, братцы, было не видно». Это терская песня. И вторая — «Конь боевой», которую все знают. Ну, классическая прямо вот картинка, да. Проводы, как они есть. И кто чего желает, и кто... Вообще, просто развернутая картинка. За горами, братцы, нас было не видно вновь, каково мы, братцы, службицу несем. Каково мы, братцы, службицу несем.
меня. Он старика, отца седого, носил в вагоне из огня. Мы послужили государю, теперь черед тебе служить. Так поцелуй отца и мать родную. Господь тебя благословит. Ай, пролегала она всю дорожка, пролегала она всю широкая, по чистому полю, и алюба, по чистому полю, ай, как поедала была по дорожке, как поедала была по широкой. Этими строчками. Это отрывок из поэмы
1613. А у избы тесовой, там подали, дым коромыслом волнами народ. Угарно весело в наполненном кружале и буйно кружится людской водоворот. Как плошки в темную ночь горят глаза задором, ковш с пенной брагой ходит по рукам, и песня степная льется мощным хором. Эх, любо-ли весело живется казакам. Кружальник дюжий дремлет за прилавком, сквозь сон седой мотая головой. Столы дубовые некрытые, да лавки вдоль стен, расписанных наивной рукой. На блюде кованом заморские гостинцы, жбан с медом крепким, как бердыш стальной. И, как всегда, с носка до полтинсту гуляют казаки в атаку хмельной. Расстегнут ворот шитого кафтана, как вкусный мех, могуче дышит грудь, молодая кровь огнем пылает рьяно, грозя волной разгула захлестнуть. Не сыщешь на Руси, на всех ее просторах таких чудес, как песня казака. В ней степь пеши, ковыльный нежный шорох, в ней топот бешеный степного маштака, в ней все, что степь веками хоронила, все то, что нес беглец в подарок ей, что в сердце выносив так бережно хранила и возвращала родине своей. За каждый старый стих душою беспокоюсь, без новшеств чужеземных, без прикрас, простую и бесхитростную повесть, старинной вязью низанный рассказ. Они живут века, они не умирают, как степь ковыльные бессмертники они. И песни не поют, нет, их как встать, играет на Тихом на Дону почесть по наши дни. И в них то крик души, сорвавшийся с аркана, то безысходная глубокая тоска, то ей на смену вихрем урагана дик удалой донского казака. Подчас в ней церковь кистаничный, купол тусклый, или ласка матери, как огонек во мгле. Нет, не найти такой исконно русской, такой родимой песни на земле. Здесь было, наверное, сейчас что-то должно было быть такое, чтобы прям... Но мы сейчас вспомним, что сейчас, в общем, пост, и время петь духовные стихи. Мы споем духовный стих о Федоре Тынине, записанный у казаков Некрасовых. Николай Тиф Шантаренко очень много общался с Некрасовыми, да, и сам, как бы... Очень интересный стих. Это Федор Тынин, это православный святой Федор Тир. Но этот стих, это апокриф, он не совпадает с каноническим житием. Но что здесь для нас интересно, не то, что интересно, важно. Ну, по ходу стиха вы видите, да, там. Люди собирают, предоставляют воину коня, оружие, в общем, все необходимое, самого лучшего качества, все новое. И еще в этом стихе есть вот, может быть, вот кто помоложе, наверное, вы не читали сказку о мальчише и мальчише. Почитайте, или хотя бы фильм посмотрите, замечательный фильм. Там все, буржуины допытываются у нашего воина Кибальчиша.
Какое у вас самое главное оружие и какая у вас самая большая военная тайна? Вот этот стих как раз про это. Шел Константин царька за утренним, как упала ему в резвы ноги стрела огненная, и он взял же ее и прочитал. На ней же написано было, напечатано: идет же под насилушка жидовская, не лес, ни травы, ни вина. На утро Константин царьку закликивал, зазвонили они звоны, звонницкие, за трезвонили, трезвоны, трезвонницкие. Собирались они все люди добрые, православные они христианушки. Уж вы люди, а вы люди добрые, христианушки православные. Идет же под насилушка жидовская, не лес, ни травы, ни вина. И кто у нас станет за домой Божия, и кто станет за души молоденческие, и кто станет за владычицу Пресвятую Богородицу. Старые за малого коронятся, только вышел из них Федор Тырянин. Молодежь идет в народуше, ему от роду всего 8 лет. Я стану за домы Божия, и я стану за души молоденческие, и я стану за владычицу Пресвятую Богородицу. Пойдите, попросите у матушки прощения, большое слово благословения. Она же не дает ему прощения. Он у меня маловенышек, маловенышек, малозародышек. Ему отроду всего 8 лет. Как попадали все люди добрые, матушки его вылезли ноги. Ты дай своему сыну прощение, большое слово благословения. Дала ж матушка родимое прощение, большое слово благословения. Получивший Федор Тырянин прощение. Привезите мне коня невежденного, принесите мне копье невладанно, а книгу Евангелия нечитанную. Привели ему коня невежденного, принесли к Бионе Владанна и книгу Евангелия нечитанную. И Федор Тырянин сел на коня, на вострок не опирается, а книгу Евангелия посчитывая. Поехал же Федор Тырянин полем, как и глянул уже идет же там силушка жидовская, ни лес, ни травы не видно. И Федор Тырянин испужался же и стал коня назад ворочать, а за ним стоит матичица Пресвятая Богородица. Небось, небось, Федор Тырянин, у тебя позади еще больше есть.
Это только часть этого стиха. Там еще есть две части, потому что святой Тирон считается змееборцем. Поэтому там как раз вот как он боролся со змеями еще. В общем, очень, очень большой стих. Мы пока его освоили вот только так, на одну треть. Ой, да вспомним, братцы, вы! Военные люди, никто вас не любит. Военные люди.
подпеваете, и это правильно. Потому что эта песня, она, конечно же, должна быть петь вместе. Мы сейчас ставим себе вообще. Так, для памяти. Разродимая сторонка. Разродимая сторонка. Прежде чем мы ее запоем, может быть, просто кто-то не знает, кто знает, те все знают. Там есть такие слова в самом конце. Ну, летит пуля свинцовая, я упал камень на шею, кровью облил, все понятно, погиб. Но он утешает свою матушку, говорит, разроди моя Маша, не печалься ты уже обо мне, ведь не все мои товарищи погибают на войне. А вот это такая вещь, что да, кто-то из нас погибает, главное, что товарищи, мать, трудно не бросит. Yeah!
пальцы назад, летит пуля она свинцовая. И попала в грудь она мою. Я упал самому коню на шею, всю гриву кровью я облил. Ой, да разродимая моя мамаша, не печалься ты уже обо мне, ведь не все мои товарищи погибают, они на войне. А сейчас заглавная песня этого концерта, мы как вспомним это время, это песня «Останется старой ниже Сибириевской», песня «Кубанцы». Вспомним это время, когда вел нас генерал через высокие. Oh, yeah!
чернеют бурки. Весной трава зеленеет, и везде, где трава зеленеет, там конь идет, там все нормально. Сейчас, конечно, во всю декабрь, но мы знаем, что весна будет, поэтому мы поем. Полного снежочки на талой земле лежать, полного казаченьки в море горевать, полного казаченьки в море горевать, расставим тоску печаль в огромном лесу, расставим тоску печаль в огромном лесу, будем привыкать к азиатской стороне.
Рома, сейчас надышишься. Споем вместе. Давайте попробуем, споем вместе. Песню, которую многие из вас видели. А если видели, то уже наверняка слова там все знаете. А мелодия совсем простая. Ай да ты калинушка.
приехал дом к отцу, с матерью, к жене молодой, к малым дедушкам, соколяпушкам, соколяпушкам, ясным звездочкам. А, кажется, пришло время, да, приблизительно пришло время, мы сейчас еще вместе споем, представить вот это, гребцов, которые стоят на сцене, да, кто сегодня для вас пел. Участник еще самого первого состава Владимир Якимов. Максим Стасов. Николай Трифилов. Михаил Челоксаев. Алексей Михальцов. Николай Никитович Шутовенко. Илья Чепунов. Петр Белоусов. Иван Сахаров. Николай Козлов. Дмитрий Омельченко. Николай Сахаров. И, конечно, спасибо большое вам, что вы пришли с нами сегодня опять и послушать. Ну, и давайте споем еще одну песню. По горам Карпатским метелица бьется, сильные морозы зимою трещает. По горам Карпатским метелица бьется, сильные морозы зимою трещает. Как я, Германия, не знала, что
Спасибо большое! До новых встреч! Спасибо! Спасибо. Еще один. Спасибо большое. Тоже вместе. Че? Конечно. Все. Больше народ знает. Нет для меня. Святого Сады.